Всем привет, с вами Влад. Сегодня я вам покажу, как сделать самую простую, ну, даже не самую простую ловушку, а ловушку. Давайте ключ генерации. Какой-нибудь такой. Да и создаваем. Так, у нас же творческий. Творческий. Ну, ловушка будет такая, немножечко палевная. Так, мы появились вот на такой плоскости, что нам как раз-таки и на руку. В следующем видео я вам покажу, как же все-таки сделать другие ловушки из Майнкрафта. Так, для этого нам нужно взять динамит. Также нам еще понадобится песочек и нажимные плиты. Так, ну давайте возьмем. Не, давай сначала песочек. Возьмем. Так, песочек у нас здесь. Не тут, что ли? Странно. Позвучный базальт. Не знал, не видел. Так. Просто... Ну, окей, ладно. Здесь я знаю. И теперь возьмем... Ну, подойдет вот это. Можете, конечно, сделать такую же ловушку, только немножечко другую. Блин. Вы, возможно, играли в TNT Run. Там, ну, такую ловушку сейчас я вам покажу, как ее сделать. Я вот выкопал 4 на 4, да? Да, 4 на 4. Выкапываем, какую вам хочется глубину. Ну, смотрите, вам нужно будет отложить 2 блока. И копать вниз, ну, например, после 2 блоков. Вот. Давайте я отделю. То есть, чтоб никто не выбрался. Да, мне сойдет, в принципе. Так. Вот, он упал и не выберется. Кладем вот так TNT. Нет, подождите, что-то я немножечко не так. TNT, песок и вот такой. Потом я вам... Ну, сейчас я не стану вставать сюда. И вот. Стой! Ну, вы увидели, в общем. Вот так вот работает эта ловушечка. Может быть, я вам еще одну покажу ловушечку? Да, давайте еще раз. Еще какую-нибудь покажу. Какую-нибудь... Ну... Окей. Ладно, покажу еще одну. Так, для этого нам понадобится... Так, выбрасыватель... Ой, раздатчик. Дальше. Что вы там, например, хотите? Там стрелы. Да, лучше стрелы. Стрелы порчи возьмем. И нажимные плиты. Ну. Вот так вот. И блоки тогда поставим. Соответствующего цвета. Акация. Так. Давайте просто в 3 слоя сделаю.
выбрасыватель. И в каждый кладем, не знаю, какое-нибудь количество стрел. И когда мы будем проходить, то по нам будут стрелять. Просто я сейчас в креативе. А, давайте я перекручусь в выживание. Сейчас посмотрим. Меня, можно сказать, убило. Ну, вот такая вот у нас ловушечка получилась. Ну, на сегодня все. С вами Влад. Всем пока.